Привет, мы продолжаем проходить Dreamfall Chapters. Очень интересная игрушка, очень интересно. Плейлист, как всегда, в описании находится, да, там ссылочка на плейлист, чтобы посмотреть там в первой серии данного прохождения, чтобы было все понятнее, поэтому вот, и там в подсказочке в левом правом левых углах ссылочка на прошлую серию и на плейлист тоже. Поэтому, Саша, поудобнее, найдете блядик обязательно. Приятного аппетита, кушать. Пейте. Кайф пейте. Или пейте воды. Приятного просмотра. А мы, собственно, начинаем. Да. Глава 7. Преследуемые. Ну, кстати, на этом остановились. Вследствие террористической атаки на пропасть, где членами партии марксистов были убиты офицеры ОКО и гражданские лица. Синдикат пообещал поддерживать повышенные меры безопасности по всему Европолису до окончания выборов. ОКО полностью изолировало район пропасти и установило круглосуточный комендантский час. С нами на связи Марик Фара из пропасти. Марик, как обычные жители пропасти справляются с этой очень сложной ситуацией? Что ж, Рика, как вы видите, улицы тут заброшены, а прошло почти 2 месяца после атаки в августе на штаб-квартиру ОКО в пропасти. Здесь повсюду охрана, и каждый, кто выходит на улицу, подвергается случайным обыскам и арестам. Здесь действует круглосуточный комендантский час, но людям разрешается передвигаться по району при наличии необходимых документов и подчинении любому обыску и вопросам. Как насчет самого необходимого — еды и воды? Открыты какие-нибудь магазины или рестораны? Думаю, все готово. Все закрыто, Рика. Пахнет вкусно. Но провизия регулярно доставляется всем жителям пропасти, а медицинский персонал все время дежурит. Что с тобой? А что с ней? Че у него голод на лице? Голод здесь никому не грозит. Че такое на лице? Известно ли, как долго продолжится изоляция? Синдикат не сообщает, Рика, но представители намекнули, что пропасть останется под опекой синдиката до окончания выборов в... Есть стоя, как животное. До этого еще не дошло. Судя по всему, пока мы что. Потеряли связь с Мариком Фара из пропасти. Мы попытаемся восстановить соединение. Тем временем, когда мы вернемся, мы поговорим с человеком, очень близким к лидеру марксистов и главарю террористов, Мартой Рибас, об ее мрачном... Дерьмо. Питание вырубилось снова. Уверена, они это делают только, чтобы над нами поиздеваться. Мне нужно проверить аварийный топливный элемент в шкафчике кухни. Он уже должен был включиться. Можно его немного встряхнуть, порой помогает. Нет, не сработало. Думаю, мне нужен новый. И я знаю, у кого его взять. Что с ней, блядь? Что с ней произошло? Зои Майя Кастильо, ваш район находится в утвержденном синдикатом военном положении. Пожалуйста, назовите одобренный пункт назначения или вернитесь домой. Я сама найду дорогу, спасибо. Зои Майя Кастильо, вы уже привлекались за неподчинение. Я буду вас сопровождать в утвержденный пункт назначения. Отказ подчиниться приведет к автоматическому задержанию и судебному преследованию в соответствии с... Спасибо. Пандемониум – ваш единственный утвержденный пункт назначения. Я буду вас сопровождать. Пожалуйста, не разговаривай. А что это за стрелочки, блядь? Мы уполномочены открыть огонь при любых проявлениях. Снаружи небезопасно. Это зона боевых действий. А чё у него с лицом? Чё это такое? Какие-то стрелочки у нас здесь, блядь, появились. Наконец-таки, да? Держитесь ближе к сопровождению и не отклоняйтесь от вашего маршрута. Просто пустота. Все закрыто. Ни покупателей, ни разрешений. Видите? Thank you.
Пожалуйста, продолжайте следовать вашему предварительно утвержденному маршруту. Бля, я надеюсь, нам объяснят, что с ним, что с ней произошло вообще, что это такое. Чего они так поменяли жестко? Я надеюсь, нам объяснят. Я прям надеюсь, что нам объяснят. Гляньте, кого бот притащил. Может, это я что-нибудь съела, но увидев тебя, лепесточек, у меня и правда на душе полегчало. Ты в порядке? Вообще-то нет. А ты? Ты же знаешь, Вита, он не самая веселая компания. После закрытия магазина что-то тут совсем тихо. Кстати, ты уж извини, что уволила тебя через сообщение. Это политика фирмы. Об этом не волнуйся. Ты сказала, вы закрыли магазин? Бизнеса больше нет. У нас даже нет доступа в сеть. Это как застрять на сраном необитаемом острове без солнца, песка и кокосов. Или доступа в сеть. Мы на самом деле думаем вернуться в Мумбаи. Но я об этом думаю. Вид потащится следом, куда бы нас ни привела дорога. Ну да ладно. Ты пришла за своим триммером. Что? Я его починила. Мне доставили твой триммер на ремонт, потому что он сломался примерно месяц назад. Тебе это ничего не напоминает? Твой друг, тот немецкий костюм, сказал, что ты придешь забрать свой триммер. Он выглядел как немецкий наемник. Я думала, он пришел, чтобы вынести мне мозги, но он был очень представительным. А что не так с триммером? Альфа-версия. Плохо спаянная. Я раньше уже чинила парочку таких. К твоему сведению, это выпущенная модель, которая, как только ты подключаешься, пингует сервера Авати с ID твоего устройства и твоими биометрическими данными. Это не было бы проблемой, не выставь они сигнал тревоги на тебя и твое устройство, но я об этом позаботилась и заблокировала его. Я понял, что с ней. Тем не менее, это лицензированный продукт. В нем могут быть и другие меры безопасности. Я не могу быть на 100% уверена, что он не передаст Вати сигнал тревоги. Существуют и нелицензированные дриммеры без всяких чипов безопасности, но мистер Лондон прикрыл их продажу здесь, в пропасти. Учитывая готовых схватиться за пушку солдатиков на улице, я даже не знаю, как достать такой дриммер. Мне и этот сойдет. Пока знаешь, чем чревато. Если ты здесь не из-за него, зачем сюда приходить? О, топливный элемент. У меня свет отключился, а запасного рабочего элемента нет. Это не очень умно, Кутрия. К твоему счастью, у меня этих топливных элементов просто завались. Тебе нужен какой-то конкретный? Самый дешевый, что есть. Возьми вон из той коробки. Они отремонтированные, но таких хватит для твоей квартиры как минимум на пару недель. Принесешь его обратно прежде, чем он сдохнет, и я его для тебя заправлю. Я понял, помните ваши серии, кто не смотрел? В подсказочках есть уже, да? Уже выскочила подсказка на прошлую серию, на плейлист. В принципе, тогда по упражнению данной игры посмотрите, что, почему она такая. Я понял, почему она такая. Я вспомнил. Почему она такая. Я понял, почему. Понял. Ну, не то, что почему, а почему вот ее облик так поменялся сильно. Я понял, почему. Почему она так сильно поменялась, я понял. Ну, коробки-то, блядь. А, вот это. Так сколько я должна... Считай это компенсацией за увольнение. Если мы однажды снова откроемся, для тебя найдется работа. Ты не такая уж и плохая, Кутрия. Несмотря на внешность. А, спасибо. Наверное. Подожди. Что случилось с данными, которые я для тебя расшифровала? Кому ты их в результате отдала? Я отдала их деснице, но прежде чем они смогли их опубликовать... Закрыли. И где теперь данные? Срезай. В Исландии. Исландия. Последнее прибежище бродячих журналистов. Ты не оставила себе копию? Я не хотела рисковать. Глупо, я знаю. Возможно, ты спасла свою задницу. Хотя жаль насчет статьи. Когда вернется твой чорбу? Я и правда не знаю. Наверное, когда для них будет безопасно. Эта статья должна быть и Кутрия. Чего бы это ни стоило, постарайся. Вы израсходовали ваше время прогулок. Теперь я сопровожу вас обратно в ваше зарегистрированное место проживания. Не беспокойся, я знаю дорогу.
Я буду наблюдать за каждым вашим шагом, как это предусмотрено в военном положении. Как насчет каждого вдоха? Я сдаюсь. Мисс Кастильо? Квинни просит вас о немедленной аудиенции. Не думаю, что у меня есть время. Квинни настаивает. Она действительно настаивает. Что с тобой? Как же мой... Что с ней? Мой эскорт. Вы прибыли в ваше утвержденное местоположение. Приятного... Теперь можете подняться на борт. Впечатляет. Мы очень стараемся. Бля, ебать, это стрёмно, хуйня. Я рада снова видеть вас на ногах, мисс Кастильо. Я надеялась поговорить с вами, прежде чем покину город. О, вы покидаете город? Твой друг, мистер Мафаны, он так и не пришел со мной увидеться. Он уехал из города? Да. Ходят слухи, что твой кандидат, Уминска, принимает взятки от Вати Корп. Но без доказательств правда никому не известна. Я... Доказательства есть. Я отдала их Салли в Десницу, но они не успели все опубликовать, так как синдикат закрыл их. Мой парень Реза забрал их в Исландию. Там данные в безопасности, но Деснице пока не удалось их опубликовать. Простите. Мне следовало быть с вами откровенной. Следовало. И я разочарована. Но нам нужно обсудить нечто более насущное. Ты знала женщину, которая взорвала бомбу? Нелла. Ты была там. Я пыталась ее остановить, но было слишком поздно. Я не думаю, что она планировала кого-нибудь убить. Она не... Нелла была хорошим человеком. Она заботилась о людях. Она дала мне что-то на хранение, но при взрыве я это потеряла. Может, это могло бы объяснить, почему? Наши жизни формируются независящими от нас обстоятельствами. Решения, которые мы принимаем, могут направить нас по одному пути или другому. Но куда эта дорога в итоге ведет? Смерть твоей подруги не самоубийство. Устройство, которым она воспользовалась, было подделано. Оно предназначалось для подрыва систем ОКО, а не для убийств. ЭМИ. Откуда вы это знаете? Нелли нужна была помощь со сборкой устройства. Ханна пришла ко мне после взрыва. Она была не в себе. Конечно, ведь она не подозревала, что они делали. Но она связующее звено. Она может связать взрыв с синдикатом. Синдикат стоит за нападением на своих же людей? Никто не вечен. Все нити ведут обратно в Вати Корп, Зуи. Они укрепляют свои силы и избавляются от слабых звеньев. Я покидаю этот город. Он инфицирован. Гниет изнутри. Тебе тоже надо уехать. Но сначала тебе необходимо кое-что сделать. Твои воспоминания... Они возвращаются. Я знаю, что мне нужно сделать. Дример. Будь предельно осторожна. Стекаются мощные силы. Здесь и где-то еще. Откуда вы... Я здесь уже давно. Со временем учишься понимать знаки. Ты блекнешь, Зои? Блекну. Как страница, слишком долго пробывшая на солнце. Сделай то, что должно быть сделано. Больше не мешкай. Я дала тебе время вновь обрести смелость. Но теперь его почти не осталось. Если мы обе переживем надвигающийся шторм, я снова тебя разыщу. Я на это надеюсь. Не сомневайся. Теперь ступай домой и сделай то, что требуется. Проснись! Ты можешь больше не прятаться. Когда вы поняли, что я здесь? Не принимай меня за старушку, Ханна. Вы рассказали ей о... На секреты больше нет времени. Вати Корп должны пасть. То, что тебе известно,
поможет все изменить. Но у меня нет реальных доказательств их причастности. Я всего лишь занималась доставкой. Ты знаешь достаточно. Найди доказательства. Объедини усилия с Зоей. Откуда вам знать, что ей можно верить? Она такая же, как ты. Кто-то, кто формирует сны. Так и знал, так знал. То есть я догадалась, когда мы встретились. Но как это вообще возможно? Я думала, я такая одна. Почему ты думаешь, вы вообще встретились? Совпадение — могущественная сила. Зое нужна твоя помощь. Над ней нависла ужасная тень. Откуда вы это знаете? Я не знаю. Я не предсказательница, а будущее не бывает кристально чистым. Оно разветвляется и разделяется неограниченно и бесконечно. Но есть знаки и символы, если знаешь, куда смотреть. Вам обязательно уезжать? Теперь они знают, что я здесь. Ватикорп уже долгое время меня разыскивал. Я помеха на их пути. Нормально. Нормально. Обещаю, что снова найду тебя, Ханна. Твое путешествие только начинается. Для тебя припасены удивительные события. Но пока что твоя задача — помочь Зое завершить ее путешествие. Без этого, без нее больше не будет истории. А затем, если Вселенная все еще будет здесь, мы сможем поговорить о следующей главе. Типа намек на продолжение с ней именно? Отдельно с Ханной? Блин. Может, это та девочка, которую нам показывали в промежутке? Может быть, может быть. Ёпт. Мои кулинарные навыки улучшились. Теперь я готовлю отличные омлеты, а мой бекон просто легендарен. Пошел второй месяц, как я сплю без Резы. Мы даже поговорить не можем. Он застрял в Исландии с данными Барути и находится под пристрелом. Я унаследовала упрямство от отца. Если он что-то решил, то редко меняет свое мнение. С момента выхода из комы не прошло и дня, чтобы кто-то или что-то не сказало мне, что мне нужно вспомнить. Так зачем и дальше сопротивляться? Потому что я боюсь? Или потому что я упрямая, как мой отец? Порой нам нужно смириться. Порой выбор делают за нас. Мне нужно войти в Dreamtime. Мне нужно вернуться в прошлое. Это единственный способ спасти все. Куда нас переместит? Куда переместит? Сейчас куда переместит? Что мы тут делаем? Ты вернулась, но все еще была не здесь. Ты должна быть здесь. Это сон? Я думала, в этот раз я совершу переход. Ты была здесь, но не истина. Еще нет. Но ты должна прийти к... Какого? Чёрта? Это было! Оу, привет, как дела? Ворон? Ты Ворон? Ты Ворон! Я тебя помню! Помнишь? Он самый! Стой! Я тоже тебя помню! Конечно, помнишь. Это я, Зоя. Ничего не говори, я помню. Лорелея? Пирожочек? Тёлочка? Кто? Я... Агнета! Прости... как поживаешь? Это не... Слушай, Эгги, прости, что улетел, не предупредив. У меня не было выбора. Я был нужен кое-где... Я не Агнета, я... Тётушка Мэй? Нет! Зои! Где? Оу! Оу! Зои! Да! Да! Да!
та девушка, что спала? Ты выглядишь иначе. Ты уверена, что ты — это ты? Весьма. Не знаю. Ты выглядишь намного лучше, чем раньше, а твой голос, он... страстный. Звучишь как птичка метис. Я даже не знаю, что это значит. Я была в коме какое-то время, может, поэтому... Что ты здесь делаешь, Ворон? Ты на самом деле здесь? Дай проверю. Ага, весь здесь, ни одного перышка не пропало. Так, где именно здесь? Воу, Нелли, я не ожидал такого тебя. Ты незабываемый. Погоди, тетушка Мэй? Нет? Нет. Я Абнаксус из Винар. Точно! Теперь я вспомнил! С тобой очень надоедало разговаривать. Столько времени уходило. Как поживаешь? Жаловаться не буду. Я не понимаю. Это все как в том сне. Кроме тебя, Ворон, ты в новинку. И стал лучше! Это все мой ход за оперением. Говорю тебе, он все решает. Так почему я не совершила переход? Эти. Рисунки. Связь рисунки, была помните? Слабой, нарушена. Смотрите, я же ты говорил, спала я лишь говорил. Наполовину. Лишь наполовину здесь. Тебе понадобится быть полностью здесь и скоро. Иначе было слишком поздно. Но ты перенесла птицу. Птица будет ключом, если ты сможешь. Уходите, сейчас же! Что происходит? Кто? Времени почти нет, они идут. Но... Холл чист. Уходите, фрайлен, шнель! Зои, сюда, быстрее! Сюда. Куда мы идем? Нужно убраться с улиц. Тебя Квинни прислала? Она сказала, тебе нужна помощь. Скоро здесь будет Око. Нужно спуститься под землю. Как это поможет? Мы не можем вечно сидеть в одном из тех убежищ. Доверься мне. Что, блядь? Кто этот вообще мужик? Кто этот мужик вообще? Что это за место? Подземный мир. Сеть тоннелей, охватывающая всю пропасть и выходящая за ее пределы. Не знаю, насколько она широка. Это потрясающе. Так вот, как вы, ребята, перемещаетесь. По большей части. В некоторые из гнезд вход только сверху, но отсюда можно попасть почти в любое место. Пошли. Подожди, куда мы идем? Ты разговаривала с Квинни. Ты знаешь, что я помогла Нелли с этим устройством, которое убило всех тех людей. Ты не знала. И Нелла тоже. Ты права. Но кто-то же знал и знает сейчас. И мы собираемся все исправить. У мистера Лондона тут склад. Именно там я забирала посылки. Это была просто работа, но... Туда мы и идем, чтобы найти доказательства причастности Ватикорп к взрыву. Этот склад? Это там Лондон хранит нелицензированные дримеры? Он все там хранит. А что? Мне нужен один. После того, как мы восстановим доброе имя Неллы. Длинная история. Расскажешь позже. Нам пора идти. Это вопрос времени, прежде чем Око начнут копать глубже. Ну, let's go, чё. Нихуя. Я пришла так быстро, как только смогла. Ты в порядке? В полном. Ты знаешь Зои? Привет, Зои. Это твое. Ты выронила ее, когда... Бум! Я следила за тобой. Тогда я еще не знала, на кого ты работаешь. Я видела, что произошло.
Человек, который тебя вытащил, не заметил, как ты это уронила. Я думала, ее забрали Око. Я давно хотела ее вернуть. Что это? Я не знаю. Может, ничего. Давайте пошевеливаться, пока Око не выяснили, где мы. Давай пошевеливаться, блин, очень интересно. Что вообще, блин, происходит? Черт, питание ворот отключилось. Должно быть, они знают, что ты здесь внизу. Придется открывать вручную. Для этого нужно два человека, что-то вроде меры безопасности. Покажу, как это работает. Зои, теперь можешь проходить. Когда все это закончится, мы можем, пожалуйста, покинуть пропасть и уехать куда-нибудь, где есть настоящее солнце? Обещаю. Ты не идешь с нами? Я собираюсь убедиться, что у вас будет время сделать то, что нужно. Она позаботится об Око. Это безопасно? Обо мне не беспокойся. Я делала это и раньше. Много раз. Скоро увидимся, детка. Будь осторожна. Как всегда. Ханна, я... Замолчи. Люблю тебя. Я тоже. Я рада видеть, что у вас все хорошо. То, что ты сказала Эбби, это на нее повлияло. Она перестала пользоваться дримером. И после того, как ты нашла меня, я осознала, я промолчу, что не могу, ребят, продолжать спрятаться. Вы мне не пишите в комментариях. Я обещала Эбби, что мы выберемся из Европолиса. Думаю, в Мумбаи. Против не имею, сразу говорю. Почему Мумбаи? Только не смейся, но он мне снился. Насчет этих снов. Видения. Они больше похожи на видения, правда? Или это как подглядывать сквозь занавес, через раздел? А там другой мир. Я его видела. Ты была там? Была. И ты переносишься туда во сне? Да, но только когда подключена к дримеру. Я думала, что я единственная. Я тоже. Что это значит? Не знаю. Но мы выясним. Вместе. Ладно, ты знаешь принцип. Когда ворота откроются, нужно пройти и удерживать рычаг внизу. Тяни вниз. Я прохожу. Не отпускай, иначе я стану нарезанной ветчиной. Так что случилось? Нелла, устройство. Детонатор должен был вызвать электромагнитный всплеск. Ну, знаешь, чтобы разрушить коммуникации и позлить боевиков Око. Но ими генератор заменили камерой с антивеществом. Господи. Тебе повезло, что у нее ограниченный радиус действия. Они не собирались стирать Капрова с лица Земли. Думаю, просто хотели заявить о себе. Подставить. Сделаем это, как и в прошлый. Ты слышишь это пиканье? Что это? Я не... А, оно исходит от тебя. Ты пикаешь. Почему он был так важен для Неллы? Бессмыслица. Он пикает. Что это? Что-то вроде голографической флешки? Я не знаю, но оно реагирует на что-то здесь, внизу. Давай отследим. Идем, следуй за мной. Подставить манифеста. Убрать еще одну партию с выборов. И закрыть город. Сигнал становится слабее. Мы, должно быть, направляемся не в ту сторону. И закрыть город. Круглосуточный комендантский час. Все сидят дома, подключенные к дримерам. Вати выиграли. Так откуда взялось антивещество? От любви Лондона к деталям. Он всегда проверяет, чтобы все, что проходит через его склад, сканировалось и регистрировалось. Может, паранойя прикрывает свой зад?
В любом случае, когда я забирала тот последний экземпляр, который должен был быть Эми-генератором, я заметила, что в их системе он был со ссылкой на Ватикорп. Я об этом особо не думала. Они производят все остальное, так почему нет? Если найдем камеру с антивеществом вместе с отслеженной информацией... Мы сможем связать Ватикорп с устройством. Мы сможем доказать, что это они стоят за атакой. И весь карточный домик рухнет. Или, может, нас убьют. Я бы сказала, шанс 50 на 50. Он пищит реже. Это определенно плохой знак. Угу. Можно быстрее, ёпта. Я думаю, мы движемся не в том направлении. Угу. Да. И ваш лабиринт, ёбана. Лабиринт чи не лабиринт? Я думаю, это оно. А что это? Это проводная точка доступа, кажется. Одна из старых, со времен до коллапса. Это довольно круто. Она, должно быть, не попала в систему. Дай-ка проверить. Она активна. Так синдикат и понятия не имеет о ее существовании. Но я не могу установить соединение с моей Майрис. Протоколы, наверное, старые. У нее есть голографический порт. Может, она считывает данные из физических хранилищ. И она мигает с такой же частотой, что и пищит значок Неллы. Они будто хотят подсоединиться. Может, нужно сделать то, что они просят? Нелла Вилчик. Владелица закусок Неллы. Я оставляю это сообщение. Руководство партии Манифеста не поручало эту операцию. Марта Рибас ничего не знает о том, что произойдет. Я действую по своей воле, как часть отклонившейся от Манифеста группы. Мы устали от... Марта Рибас верит в политику. Она идеалистка. Хотела бы я, чтобы больше людей были, как она. Но правда в том, демократия мертва. Корпорации победили. Выборы — лишь видимость. Это все большая, толстая, наглая ложь. Шоу, устроенное марионетками синдиката, чтобы успокоить пролетариат. Кто бы ни победил этой осенью, это ни черта не изменит. Они об этом позаботились. Они всех купили. Все продажные. До единого. Мы не можем позволить этому продолжаться. Мы должны все встряхнуть, начать все заново, поэтому... Поэтому сегодня я принимаю меры. Меня попросили взорвать нелетальный Эми заряд перед штабом ОКО на Капрово. Это изготовленный под заказ заряд, предназначенный для того, чтобы отключить коммуникации ОКО, саботировать их работу и обездвижить их боевые костюмы. Это послание. Громкое, смелое послание, но... Это просто очередная ложь. Нелетальный ЭМИ-заряд заменили на крайне смертельное устройство с антивеществом. Взрыв убьет меня и всех, кого зацепит взрывной волной. Будут жертвы. Военные и гражданские. Они обвинят Рибас в укрытельстве радикалов и подстрекании к насилию. Манифеста будет уничтожена.
Они не знают, что я знаю. Если бы узнали, я была бы мертва, но... Она знала, блядь. Мне нужно через это пройти. А иначе ничего не изменится. Она знала. Если я пойду к властям или в прессу, они все замнут и заставят меня исчезнуть. В этом они хороши. Однако, если я осуществлю их планы, все обратят внимание. У них не останется выбора. Ну а потом... Разоблачи ублюдков, которые дергали за ниточки, которые сделали гребаную бомбу! Ватикорп. Я буду террористкой и убийцей, но и они тоже. А им терять гораздо больше. К счастью для меня, они были надменны и небрежны. Так я все и узнала. Они оставляли улики для... N-E-N-G. Пеннинг. Камеру заменили прежде, чем я... И отследить эту часть Квати. Расшифровать это сообщение, встроенное тайным сигналом в местную проводную сеть, который запустится в тот момент, когда отключится мой Айрис. Придется мне поверить, что нужные люди последуют за нужными сигналами вниз под землю. Я искренне сожалею, что людям причинят боль, убьют. Хотелось бы мне найти другой способ. Я просто не знаю, что я могу. Господи! Не могу поверить, что Нелла сделала то, что сделала. Люди, которых она ранила, которых убила. Я не могу рассказать Хане правду, она будет винить в этом себя. Мы должны прищучить Вати, иначе смерть этих людей будет напрасной. Большая часть искажена, но Вати замешана. Нелла это подтвердила. Еще она назвала слово или, может быть, имя, Пеннинг. Какое-то кодовое имя? Я не знаю, здесь нет доступа в сеть, чтобы его проверить. Может, Мире удастся восстановить остальную часть записи? Если кто и сможет, то она. Если это поможет установить связь между Манифестом и Ватикорп. Она поможет нам во всем разобраться, и у нее можно безопасно подключиться к Дримеру. Давай направимся к складу. Я не знаю, как долго Эбби сможет сдерживать копов. С ней все будет в порядке? Она находчива. И умна. Да, жестко, блядь. Короче, она все знала. Она все знала и осознанно шла на этот поступок. Поступок очень жесткий. Нашла на этот поступок реально осознанно, и она знала все. Все знала. Пиздец. А она нам говорила, что нихуя не знает. Но кто ей сказал? Кто ей рассказал? Это очень интересно. Я не помнила этот другой мир до недавнего времени. Так вот в чем дело. Параллельные миры? Вроде того. Там что-то происходит. В этом мире и в другом, что угрожает снам. Снам? Тем, что поддерживают реальность реальной? Без снов вещи просто перестанут существовать. Они как шаблоны для всего. В этом столько же смысла, как и во всем остальном, полагаю. И тебе нужно это исправить. Придется. Ватикорп и Дримеры играют роль на этой стороне раздела. Мне нужно выяснить, что происходит на другой стороне. Могу я помочь с этой стороны? Если можешь, я дам знать. А пока... Мне нужен Дример, который нельзя отследить или дистанционно отключить. Она спасла меня. Полагаю, по просьбе Квинни, что это за место? Вообще-то я не знаю. Здесь много всего старого, но вон те люминесцентные трубы... Они новые? Интересно, связаны ли они с невентиляциями наверху? Не вентиляции? Квинни что-то такое говорила. Есть во всем этом что-то необычное. Я странно себя чувствую, будто мои кости вибрируют. Мы уже близко, пойдем. Похоже на те, которые, да? Почему моя кожа? Господи, я и правда блекну. Склад мистера Лондона за следующей дверью. Похоже на те, да? Которые у мужика там. Ну, главного героя. В прошлом. Очень похоже. Вот он. Подожди, я открою дверь.
просто делай, что я говорю, и я... Блять, Ока. Иди вперед, я их отвлеку. Как бы не так, ты бы и минуты не продержалась. Я займусь штурмовиками, а ты добудь устройство с антивеществом и свой дример. Но я не... Мы теряем время. Тебе надо это сделать. Ищи синюю коробку с буквами D и W. Это все, что я помню. Возьми камеру с антивеществом, просканируй ее, скачай из их системы информацию об отслеживании и сматывайся. Но не открывай эту дверь со своей стороны. Подожди меня. Когда все будет чисто с моей стороны, я открою ее. Я не... Да, хорошо. Голубая коробка, Дил. Удачи. Она мне не нужна. Скоро увидимся. Да. Мистер Лондон милосердный человек, Сози. Он не хочет никого калечить. Но если его вынуждают, то это причиняет боль, понимаешь? Страшную боль. У его милосердия есть лимит, и ты исчерпал его. Ты лишь усложняешь жизнь всем нам. Слушай, мистер Лондон разбит горем. У него на глазах слезы. Все может быть по-другому, Сози. Упрости себе жизнь, признайся. Нужно умри с достоинством. Так, чтобы он ушел. Или все это продолжится. Интересно, для чего эти коды? Это дерьмобот. Что он здесь делает? Дерьмобот, что ты здесь делаешь? Я не знаю никого с этим именем. Они отформатировали тебя. Эти монстры. Ну, честно говоря, я понимаю, почему они тебя отформатировали, но все же. Жаль, ты был личностью. Эй, я сейчас личность. Я предпочитала старую. И я не могу поверить, что я только что сказала это с невозмутимым лицом. Если человек босс поймает вас, то вы поплатитесь за это. Мне нужно что-нибудь отсканировать. Тебе повезло, что я сейчас в режиме энергосбережения, иначе уже превратил. Да. Изготовленный ассат-роботик с модуль личности. Мне нужно что-нибудь отсканировать. Изготовленный ассат-роботик с модуль личности. Ассат-роботик представляет стелс-модуль личности Ассадрон. Загрузка. Готов выполнить все, что вам нужно, мэм. Ассат-роботик представляет грузопоты для любых ваших потребностей в перевозке. Загрузка, пожалуйста, ожидайте. Нужно что-нибудь перевезти, поднять, отбуксировать, перетащить. Давай, босс, мне некогда прохлаждаться. Я готов к вашим командам, мэм. Я сделаю все, что необходимо. Готов к работе, мэм. Mm-hmm.
Мистер Сози, мистер Лондон начинает сердиться. Сердитый мистер Лондон тебе точно не понравится. Что я могу сделать для вас? Почти попали, сэр. Почти. Считай, тебе повезло, парень. Ты мистер что, Лондон никогда не мажет. Разве что нарочно. Ничего не могу поделать. Это не входит в мои программы. Они хранят дримеры на той стороне склада. Я должна найти способ туда пробраться, незамеченной. Готов говорить? Уже поздно, мы все устали. Может, покончим с этим, а? Ты куда собрался? Должно быть, ты нравишься мистеру Лондону. Это знак. Скоро я пущу тебе пулю в череп, и мы все разойдемся по домам. Ну, кроме тебя, конечно. Просто скажите мне, что нужно сделать. Возьмешь для меня эту коробку? Давай. Готов говорить? Уже поздно, мы все устали. Может, покончим с этим, а? Что? Должно быть, ты нравишься мистеру Лондону. Это знак. Скоро я пущу тебе пулю в череп, только и мы все разойдемся по домам. Сам по себе. Ну, пора прекращать. Кроме тебя, конечно. Совсем накрывает. Я сделал все, что смог. Но боюсь, я недостаточно силен, чтобы поднять этот ящик. Коробка слишком тяжелая. А мы на грязи. Это направлено на поддержание системы. Готов говорить? Уже поздно, мы все устали. Может, покончим. Один из головорезов Лондона никогда не забуду это лицо. Должно быть, ты нравишься мистеру Лондону. Это знак. Скоро я пущу тебе пулю в череп, и мы все разойдемся по домам. Возьмешь для меня эту коробку? Да. Кроме тебя, конечно. Стелс. Стелс, чешу. Что? Ну же, Сози, ты расстраиваешь мистера Лондона. А тебе не понравится расстроенный мистер Лондон. Он становится... Этот ящик. Болтливым. Только что двигался. А по себе. Видишь, что ты натворил? Почему ты продолжаешь делать это с собой? Я сделал все, что смог. Но боюсь, я недостаточно силен, чтобы поднять этот ящик. Коробка слишком тяжелая, а мы не на грязи. Это направлено на поддержание системы маскировки. Готов говорить? Уже поздно. Они хранят дримеры на той стороне склада. Я должна найти способ туда пробраться, незамеченной. Должно быть, ты нравишься мистеру Лондону. Это знак. Скоро я пущу тебе пулю в череп, и мы все разойдемся по домам. Ассадробот X представляет модуль личности Ассадрон бросай лавину, разработанный для полноценной игры. Загрузка. Ожидайте. Эй, чемпион, как ты? Хочешь поиграть в мяч? Грузобот готов к службе, босс. Должно быть, ты нравишься мистеру Лондону. Это знак. Скоро я пущу тебе пулю в череп, и мы все разойдемся по домам. Ну, кроме тебя. DEW. Вот что говорила искать Хан. Здесь так много коробок. Необходимо найти ну. Нелла упомянула кодовое имя в своем сообщении. Готов. Как же она сказала? Здесь так много коробок. Необходимо найти нужную. Мы все разойдемся по домам. Ну, кроме тебя, конечно. Нелла упомянула кодовое имя в своем сообщении. Как же она сказала? Я очень Должно сильно надеюсь, что это оно. Это знак. Скоро я пущу тебе пулю в череп, и мы все разойдемся по домам. Ну, кроме тебя, конечно. Готов говорить?
все устали. Может, покончим с этим? Должно быть, ты нравишься мистеру Лондону. Это знак. Скоро я пущу тебе пулю в череп, и мы все разойдемся по домам. Вот она. Ну, кроме тебя, ради конечно. Неллы, надеюсь. Да, это камера с антивеществом, это оно! И где... Ватикорп. Их изготовили в Ате, а Лондон получил их прямо с заводов в Китае. Это все здесь, вся цепь поставки, начиная с производства. Как и сказала Нелла. Эти самонадеянные куски дерьма. Мы прищучим их за это. Так что это? Изготовленный Асад роботик с модуль личности. Изготовленный Асад роботик с модуль личности. Похоже, это верная секция. Они хранят дримеры на той стороне... Не могу ее открыть. Только не со сложенными так коробками. Готов говорить? Уже поздно, мы все устали. Может, покончим с этим? Ты можешь достать мне ту коробку? Ты нравишься мистеру Лонсу? Это знак. Скоро я пущу тебе пулю в череп, и мы все разойдемся по домам. Тебя, конечно. Готов говорить? Уже поздно, мы все устали. Может, покончим с этим? Должно быть, ты нравишься мистеру Лондону. Это знак. Скоро я пущу тебе как пулю. Как дела, Нигер? И мы все разойдемся. Готов бросать мяч? Ну, кроме тебя, конечно. Если я попробую сделать это отсюда, это привлечет ко мне их внимание. Готов. Дерьмобот был уничтожен и отформатирован. Все устали. Может, покончим с этим? Если я попробую сделать это отсюда, это привлечет ко мне их внимание. Должно быть, ты нравишься мистеру Лондону. Это знак. Скоро я пущу тебе пулю в череп, и мы все разойдемся по домам. Ну, кроме тебя, конечно. Тут нечего ловить, чемпион. Если я попробую сделать это отсюда, это привлечет ко мне их внимание. Какого черта этот бот делает? Шевели своим металлическим задом, жестянк! Это хоумран, чемпион! Нет, у этой штуки мощный заряд, я ее не трону. Он содержит мощный электрический заряд. Несколько сбивает с толку, что бот его держит, как ни в чем не бывало. Последний шанс, парень. Чем дольше ты держишься, тем хуже станет. Ну? Ну ладно. Думаешь, это было больно? Подожди следующего. Или ты можешь сказать нам то, что нам нужно? Тогда мы убьем тебя, и не будет больше ни боли, ни страданий. Не собираюсь кидать этот мяч обратно, чемпион. Последний шанс, парень. Чем дольше ты держишься, тем хуже станет. Ну? Ну ладно.
думаешь, это нет, было больно? Нет, у этой штуки мощный заряд, я ее не трону. Или ты можешь сказать нам то, что нам нужно? Тогда мы убьем тебя, и не будет больше ни боли, ни страданий. Вот черта с два! Не собираюсь кидать этот мяч обратно, чемпион. Для чего он нам? Последний шанс, парень. Чем дольше ты держишься, тем хуже станет. Ну. Адская хрень. Уже третий раз на неделе нам отключают электричество. Мерда. Я думал, копы гарантировали, что нас не отключат. Ли, проверь щиток. Сяо, проведи зачистку. Убедись, что у нас не прибавилось нежелательных гостей. Дерьмобот, ты вернулся? Технически я никуда не уходил. Я просто рада снова слышать твой голос. Почему? Потому что... Нет, это хороший вопрос. Мне нечего на это ответить. Так как ты... Вот дерьмо. Кто-то идет. Дерьмо, дерьмо, они найдут меня. Я могу внести свой вклад. Я отвлеку этих людей и обеспечу твое дальнейшее выживание. Ты уверен? Спасибо, дерьмобот, я ценю это. Помни меня. Не думаю, что забыла бы тебя, даже если бы попыталась. О, слава богу. Я была уверена, что они тебя схватили. Им почти удалось. Ты все нашла? Думаю, да. Это оно, верно? Антивещество? Да. Будь с ним осторожна, если оно рванет. Да, мне до боли знакомы последствия взрыва бомбы с антивеществом. Я заполучил этот регенерирующий пластырь на лице и прическу не по своей Итак, воле. Так, куда теперь? В пандемониум, к Мире. Следуй за мной, мы срежем. Ясно. Все чисто. Пошли. Мы прямо возле пандемониума. Лепесточек? Что, черт возьми, происходит? Нет времени, мне нужна твоя... Что ты здесь делаешь? Заткнись! Хоть раз, пожалуйста, заткнись и просто выслушай. Хорошо. Я слушаю. Мне нужна твоя помощь. От этого все зависит. А теперь и правда слушаю. Я заинтригована. Око ворвались в мою квартиру. Они попытались меня арестовать или убить. Это Ханна. Она спасла меня. Привет. Мы знакомы. Что ты нахрен натворила? Может, это из-за того, что я подключилась к Дримеру, и они знают, кто я и что могу делать. Что ты можешь? Это не важно. У нас есть доказательства, что Вати виновна в террористической атаке. Что нахрен? Взгляни вот на это. Ты из ума вышла? Притащила мархарджорское анти... Такое же антивещество, которое использовали при взрыве. Манифеста подставили. Именно это самое устройство связывает Вати с подрывом. О, эти грёбаные мархачходы! Я могу проанализировать, сравнить с данными из подрыва, но как ты потом все свяжешь? Подсказка. Если планируешь управлять подпольной империей, не оставляй письменных улик. Этого хватит, чтобы засадить Вати за нападение? Нелла кое-что нам оставила. Запись. Она немного искажена, но мы подумали, что ты могла бы... Восстановить ее? Возможно. Я взгляну на нее. Не уверена в ее пользе без доступа в сеть. Хорошо, что мы нашли рабочую точку доступа в тоннелях. Что вы сделали? Сколько вы пробыли там внизу? Ханна покажет тебе, как туда добраться. Мне нужно снова попасть в Dreamtime. В этот раз по-настоящему. Как я и говорила раньше, Лепесточек, у меня нет нелицензированных дримеров. А если ты подключишься через обычный, они, вероятно, снова тебя выследят. О, точно, я чуть не забыла. Да чтоб меня. Нелицензированный дример. Что там у тебя еще есть? Кролик? Дюжина белых голубей? Мне нужно использовать его прямо здесь и сейчас. Мне больше некуда идти. Так это поможет уничтожить Вати и отыметь всех нужных людей в нужные дырки? Можешь быть уверена. Можешь сесть на диван.
Это будет выглядеть так, будто я просто сплю, но если я права, если я правильно помню, то я буду где-то в другом месте. Не будите меня и не отключайте. Мне просто нужно знать, что здесь я буду в безопасности. Такой же безопасности, как то угодно в пропасти, лепесточек. Обещаю. Присмотришь за мной? Я пообещала. Ладно. Ну, поехали. Скоро увидимся. Что за матхаджотская что? Куда она пропала? Ну, теперь это и в самом деле дерьмовое дерьмящее дерьмо. Нормально. Сделал телепортнулась уж. Хорош. Глава 8. Перекрестки. На этом мы закончим с тобой. Спасибо за просмотр, ребят. Катерика была, да, длинная очень, но что поделать. Я думаю, так, наверное, интересно. Напишите свое мнение в комментариях. Вот. В принципе, все. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.